Приветствую всех любителей Tower Defense. Тут Colony Siege, четвертая миссия. Ой, ну мы все купили вроде. Да, в прошлый раз все было куплено. Ремонтная вышка и генератор энергии необходимый для задания. Ладно, погнали. Защитить колонию Эдем. Эдем в беде. Судя по всему, чужие появляются сразу из двух порталов. Только бы это не было ошибкой. И с одним-то хлопот не берешься. А что делать с двумя? А только бы это было ошибкой. Предлагается вознаграждение за помощь и бонус за постройку генератора энергии. Он поможет усовершенствовать оборону, но сомневаюсь, что этого будет достаточно. Кая, похоже, мы увидимся куда скорее, чем я думал. Да, забавно. Но нет, вряд ли. Ну, давай поставим... удваивает прочность стен, башен ремонтных. Не знаю, про насколько это эффективно будет, но погнали. Погнали. Так, 11 волн вижу. 11 волн. По идее, вот здесь... А, здесь тоже придется блокировать, если что. И вот так пустить, да, как-нибудь? Да фиг его знает, всех в одной... Может и да. Ладно, ладно, ладно. Лазерку поставим. Почему он может здесь пройти? О. То есть, если блокировать, то только здесь или что? Непонятно, но да пофигу. Волна сама уже начинается. Допустим. Если здесь поставлю, то они пойдут. Ну давай, да, ладно. Погнали. Быстро какие-то гусеницы. Легкая, да. Жилище, вот генератор. 300 стоит. Ну, авиа, не знаю, стоит ли строить вообще. Пока там ничего нету, неинтересно как-то. Бах-бах. Хорошо. Без проблем. Просто фарм денег. Пока что. Бах-бах. Девятнадцать. Так, ну ремонтная, пожалуй, переработаем. Поставим в других местах, чтобы лазерка доставала. Угу. Энергоуровень. Ну, радиус даже увеличивается. Урон в два раза. И броня возрастает, ну то есть ХП. В этом называется броней. Допустим.
Завод машин. Было бы неплохо поставить, но я как-то не очень успел. Не очень успел, да. Топа его тоже можно. Тут радиус нифига возрастает. Неплохо, кстати. Возможно, тогда поставим, пусть они здесь проходят все. Тут они замедленные, кстати, летят, походу. Так и есть. Так это круто, наоборот, не? Пусть тут летают. Реально отлично. Мелюзга пролезла к этому. Зачем мне вышки замедляющие, когда тут болото вон, по болоту куда-то лазит. Так, так, так. Пыщ-пыщ. Завод машин, я думаю, нам нужен. Потому что люблю мобильные единицы все-таки. Долго строится. Ну, ремонтное дело, свое дело, как бы этого хватает. Не страшно как раз. Потянем время немножечко. Так, танк-карабин. Опа-на. А вот и открылся второй проход. Можно пустить... В принципе, сразу. Я думаю, закроем. Закроем сразу проход. И пустим всех по одной. Ну, я так думаю. Я так планирую. Либо... Ну да, по одной, наверное, пусть пустим. Кстати, кстати, а если я поставлю... Сюда. И вот так. Так, к сожалению, я не успеваю. Нам нужно... Танки пока срабатывают. Так, одного засранца сюда. На больше пока не хватает. Сейчас хватает, отлично. Так, передислоцируемся. Понятно, как обычно, надо там ставить все-таки вышку, я думаю. Не так быстро, ребят, нет, все нормально. Все в порядке. Так, забедем на единичку. Пусть катается этот. Ага. Здесь я думаю, что сделать. Вот так. Не хватает прям чуть-чуть. Еще. А какой смысл? Что-то я немного намудрил, мне кажется, но ладно.
Я хочу, чтобы по вот этой фигне не катались. Тут их встречали. Ага, здесь что у нас? Не хватает, ну, понятно. Такс. Так, тут тоже некоторые проблемчики есть, да? Ну ничего такого, нормально. Лужа, нормально, это смола, смола. Очень липкая субстанция препятствует продвижению боевых единиц, отлично. Используем ландшафт, все по тактике. Да, тактики. Шо? Отлично, теперь-то я могу поставить уже. Хотя нужно ли это вообще, конечно, вопрос. Ага. Генератор энергии. Давай-ка улучшим. Здесь уберем. Возможно, стоит просто стенку поставить. Да? Тогда они слишком далеко будут ехать. Да, одну стеночку. Хватит. Генератор. Улучшаем тут лазерку, пожалуй. А переработка, кстати, все возвращает в полном объеме. Я думал, будет не так, как обычно. Обычно не полный объем возвращается при сносе. Пятая волна уже на подходе. Хорошо. Какие резкие, смотри, в какую сторону полетел-то. Тут встретит. Ничего себе. Нормально, нормально так наваливает. Танк страдает, все страдают. Но это уже конец, походу. Ну, вот Стадель не чувствует, в отличие от этого. Супертяжи какие-то едут, что ли? Ничего страшного. Барьер почти снесли. Да. Ничего хорошего. Можно, в принципе, вообще, чтобы они просто по луже ехали. Это неплохая тема, мне кажется. Ладно, поставим. А вот здесь вышку грейженную какую-нибудь залепим. Угу. Именно так.
Здесь я бы тоже залепил грейжину вышечку. Но нет, куда просто уже взять. Нечего так снести. Некоторые как-то прям просачиваются, они прям ничем. О, мы можем здесь стоять. Это я не подумал об этом. Отличная позиция. Превосходно, я бы сказал. Нехило, нехило. Так, передислоцируемся срочно. Нет, максимально. Я уже думал, мы еще раз можем улучшить. Так, случайно. Так, легчайшее, легчайшее пока. Но у нас хотят злобные эти. Здесь можно ремонтную фигню поставить, в принципе. И она будет отремонтировать легко. И даже так они будут убиваться. Сколько она стоит? 120. Да, барьер не такой уж дешевый, на самом деле. Место столько же занимает, поэтому... Поэтому да. Поэтому ставим. Барьер можно улучшать, ну естественно. И урон улучшится, что интересно. Хорошо. Я думаю, вот это надо позицию точно усилить. Хорошо, вот эта позиция тоже неплохая. Я думаю, тоже усилим. Остальные танки. 5 танков. Погнали, чего ждать. Можно ремонтную усиливать тоже. Но, честно сказать, не знаю. Пока не особо интересно, лучше. Лучше забьем лимит. Ну вот и все. Все заняты делом, так сказать. Ага. Тактическая угроза. Так, это что такое? У нас уже на нас вышли серьезные ребята. Кач. Но он, по-моему, не настолько серьезный, чтобы тактическая угроза какая-то. Вот он. Плеть. Ну ладно. Ну да, у нас не хватает лимита. Тут стабильно должны. Ух ты, смотри, как он разваливает кабину. Просто развал кабины реально идет. Ага. Черт. На нифига вот так стадель развалили-то. Вау. На 7-й волне развалили кабину. Ну давай, че. А. Так, тут как в X-Morph Defense имеется
контрольная точка, которую мы можем попытаться еще разок. Так. Что мы сделаем? Возможно, стоит вот здесь поставить жилище. Мне придется ставить жилище. Ну, допустим. И все они будут проходить вот так. И вот здесь по вот этой. Верно ли это решение? Не знаю. Пока не знаю. Это сносим. Так. Ремонтную. Все, мы заблокировали. А теперь если вот здесь идти. Что увеличит напор? Просто нереально. Ну, попробуем так сыграть. Ух. Так, тут вышечку мы... Давай тоже усилим. Надо подготовиться. Но не все так просто, как виделось. Не все так просто. Поставим мои любимые пулеметики. Я пулеметы тоже, по идее, можно. Да, можно. У него такой нехилый вроде. Не знаю, не ошибся ли я. Сейчас выясним. Все стоит. Пробуем немножечко начать отсюда. Стоим, так сказать. 5 машин. Ставь здесь, хорошо. Все в зоне ремонта. Тут летают, нас пытаются отвлечь. Так, что происходит? Кто-то уже прошел, ну логично. Они просто пролетают. Хорошо. Хорошо. Улучшим. Что-то тебя накидывают жестко слишком. Я думаю, корабль нужен здесь. Вообще, я думаю, нужно новых ребят сделать. Так, угроза уже здесь. Она уже летит на всех парах. Что меня вообще не радует. Вперед, вперед, уничтожить. Все, угрозе. Он любит стадель спиливать, так что мы должны захилячить, зачинить, так сказать. Ага. Смотри, смотри, что делает демон. Просто пробил себе дорогу. Ну а ты хитер так-то, да. Аннигилировал тачку мне. Ну ты засранец, конечно. Тачки жалко прям реально.
Он одновременно и туда стреляет, и сюда стреляет. Смотри, что делает. Серьезный демон. При том, что все пошло не по плану, он еще цитадель хочет спилить. Это реально достойно. О, нехило, нехило меня просадил, я вам скажу. Барьер. Ну, ремонтная вышка стоит. Так. Вот здесь ставлю еще одну вышку. Поднимает точно тот же грейд. Ставлю, то есть. Не понимаю теперь, что делать на самом деле. Пробивают они что-то дикое себе дорогу. Пусть уж тогда загрейдим. Там что-то поставить, не знаю. Не уверен. Еще ни в чем. Грейд, пожалуй, тут тоже сделаем. Пусть они уничтожают мелкие. Ага, ну не зря тут вышка будет стоять. Ремонтник, я думаю, надо поставить. Вот. Хотя бы на 3. А, мне не хватает ресурсов, ну естественно. Естественно. Тут что? Опа, что хотят, смотри. Выделим тачку одну. Должно быть уничтожено. На следующей, перед следующей волной, я думаю, поставим. Так, ремонтник. Ух ты! Себя он может? Себя он не может, да? Ну, приходится вот везде что-то делать. На самом деле, вот они сносят просто в кашу оборонные сооружения, стеночки эти. Ой, здесь снесено, здесь все просто летит. Какая-то тачка проехала лютая. Хорошо. Это мы не можем допустить. Как же они сносят их, смотри. Оп. Небольшая хитрость. Снесли прежде, чем они смогли сами снести. Это правильно. И в чем проблема? Ай. Так, хорошо. Все. Теперь здесь. Барьер. Хорош, мы это снести. Поставить. И поставить здесь вышку, дабы она уничтожала тут радиус, тут радиус. Хорошо, здесь грейжено, все грейжено. Тачки нужно больше тачек. Угу. Халычки что-то дают. Дают. Радиус на 10, дамаг на 1. Интересно, интересно. Вот оно, ты смотри. Ага, сразу здесь уже.
Так, я забыл поставить ремонтку. Вместо этого я сделал тачек себе, ага. Понятно. Вот она будет стоять здесь, хорошо. Так, тачка. Нет, не прекращается еще. Хорошо. Едем обратно. Тут прям. Ну, нормально, нормально вроде. Все так. До этого не дотягивается. Интересно, я сделал лучшую, она будет дотягиваться? Все. Пройдено. Фу-фу-фу-фу, что у нас тут? Хочется, конечно, вот сюда куда-нибудь влепить еще. Ибо они прям постоянно терроризируют. Танк отправить уже. Да, так и сделаю, пожалуй. Ага. Только это вне зоны. Даже если я загрыжу, а я загрыжу. Ну, как-нибудь, я думаю, справимся. О, она может еще именно строить. Или не может. Без помощи не может. Понятно. Но мы это выяснили. Так, заводик тоже забиндим, я думаю. Хотя зачем? Черт. Летающий это, конечно, читер, но ничего не могу сказать. Летающий это прям... Ух ты! Сколько вас? Прям они вообще. Ну все в порядке. Вышка оправдывает себя на самом деле. Загрейдинг вообще отлично будет. Нет, так не будет. Вести меня. Что, сломалось? Да вроде бы ничего. Пока что. Хорошо, хорошо. Чтобы тоже грейдануть и на базу вообще не отвлекаться. Правда, сейчас последняя волна, непонятно, какая она будет еще. Непонятно. Ну вот, она не грейженная, поэтому не достает. Да, вот она как раз достанет, я думаю. Бах-бах. Ну, давайте грейданем все-таки. Тут у нас что? Еще одну, пожалуй. Погнали. Так, а у вышек тоже лычки? Ёпарный бабай. Да. А у этих-то что тоже? Это интересная заява. Быстро снесли, отлично. Главное не обосраться с финальными боссами или кто там выйдет сейчас. В любом кто-то выйдет гулять.
В массах вышек никаких нету, поэтому немножко страдаю. Немножко. Да, откуда она поедет? Вот отсюда, та же фигня вышла, по-моему. Та же ерунда. Держаться, держаться. Черт. Прям очень много их. Куда? Хорошо. Все, сюда. Встречаем нашего последнего. Я не знаю, кто это. Это мы переработаем. Тачки. Ты смотри, смотри, как он пилит. Погнали, погнали. Не щадим живота своего. Я готов, по-моему, хорошо. Хорошо готов. Держаться. Да, я хорош, я готов. Тачка теряется? Нет, пока даже нет. Но остальное не важно, все, в принципе. Фух. Ну вот такая вот миссия. Довольно интересная была, на самом деле. Карта неплохая. Колония Эдем спасена. Отлично. Новый товар. Мехопалаш. Ракетная башня. Вот ракетная башня уже интересна. Давайте посмотрим, что тут есть. Нет, сначала, что нас ждет дальше. Пятое. Что-то нужно будет купить. Ракетные башни нужно купить. Хорошо, мы это и купим. Так. Автопушка. В корабле автопушка. В корабль усилить, это, конечно, благое дело. Палаш. Пулеметный, да? Он чуть-чуть покруче. Радиус, правда, похуже. Побыстрее, брони чуть поменьше. Ну, окей. Вот она, ракетная. Приобретаем. Пружинная ловушка. Блин, это же в этом. Орк Маздай была такая тема. Когда ты обратно их выпуливаешь, и они опять идут под пушки. Прикольная штука, надо будет потом точно пофаниться. И интересно, с боссом будет работать или нет еще. А, гравитационная. Хочется опробовать, на самом деле. Хочется. Но. Не знаю. По-моему, она замедлением активируется. Вот что я хочу. Эми, да? Эми было бы прикольно взять, на самом деле. Уровень угрозы определять? Ну, не знаю, это мне поможет? Урон 60. Пожалуй, я усилю свой корабль. Еще 2000 осталось. Можно меха взять. Здания нет. Зданий, к сожалению, никаких нету. Двигло, чтобы еще быстрее быть. Да, можно еще пушки усилить. Блин, ну это прям еще на пятнашку. Или пулемет все-таки. Я за пулемет, пожалуй. Ладно, вот такая вот была четвертая миссия. Колония Эдем, собственно, да.
Спасибо, что смотрели. До встречи в следующем выпуске.